И еще об одном резонансном преступлении шла речь в облгосадминистрации. Невероятная по жестокости убийство 18-летней студентки второго курса была раскрыта фактически в течение нескольких часов. Особо отличившихся при раскрытии этого преступления лично поблагодарил на оперативном совещании руководитель региона. Я прошу и требую от вас жесткости в отношении всех лиц, которые совершают преступления против личности. В рамках закона жесткости. Не бойтесь быть жесткими с этими негодяями.